Олег Михайлович, вот мы уже походили по хозяйству, посмотрели, и, конечно, для того, чтобы добиться таких результатов, хозяйство прошло огромный путь. Расскажите, пожалуйста, кратко, что было самое сложное, и вот что представляет хозяйство сегодня? Наше предприятие было создано в 1996 году. Первым руководителем нашего предприятия был Владимир Андреевич Дворник. Оно было создано на базе свиноводческого комплекса по производству свинины. За эти 23 года хозяйство много раз преобразовывалось. И вот вы видели, что мы представляем собой на сегодняшний день. А это по площади сельскохозяйственных угодий порядка 11 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Площади находятся на территории двух районов, Мозырского и Наравлянского района. В растениеводстве уделяем особое внимание производству кукурузы, так как в наших погодных условиях эта культура наиболее ярко себя проявляет, и мы добиваемся наиболее высокой урожайности именно на этой культуре. Вы видите, хозяйство многоотраслевое в плане производства животноводческой продукции. Основная отрасль – это свиноводство. В хозяйстве насчитывается около 55 тысяч голов свиней. В месяц мы производим и реализуем около 800 тонн мяса свинины. Вторая наша отрасль по объему – это отрасль крупнорогатого скота. В хозяйстве насчитывается около 6,5 тысяч голов. Из них 1600 дойных коров. Производим около 200 тонн мяса в месяц. По удою на корову мы занимаем лидирующее место в Гомельской области. И по итогам работы за полугодие 2019 года занимаем 5-е место в Республике Беларусь. Также в хозяйстве имеется птицефабрика, которая была присоединена к совхозу комбинату «Заря» в 2004 году, на которой производим яйцо и производим мясо бройлера. За прошлый год получили около 2,5 тысяч мяса птицы или где-то около 200 тонн в месяц. А также за год получили 67 миллионов яйца при наивысшей продуктивности птицы в Республике Беларусь. Продуктивность на одну куру-несушку составила 340 яиц. Продукция животноводства, про которую я рассказал выше, она вся перерабатывается непосредственно в хозяйстве. То есть у нас имеются цеха по переработке продукции на птицефабрике, на свинокомплексе, на которых тоже работает довольно большой коллектив. Переработкой продукции занимается порядка 200 человек. И все это реализуется в фирменной сети, которая на сегодняшний день представлена 26 магазинами в разных регионах Гомельской области. Продукцию, конечно, фирменных магазинов «Дары от Зари» знают все. И скажите, пожалуйста, в каждом ли районном центре появились ваши фирменные магазины и планируете ли расширять вы торговую сеть? Мы постепенно, планомерно расширяем свою торговую сеть. То есть стараемся, чтобы где-то каждый год построить новый магазин. Поэтому мы на достигнутом, я думаю, что не будем останавливаться, а постепенно будем расширять и в этом, и в следующем году. Потому что бренд «Дары от Зари» создан, поэтому его надо поддерживать, расширять и двигаться вперед. А вот сколько наименований продукции сейчас выпускает предприятие? Ассортиментный перечень именно нашей продукции где-то составляет больше, чем 250 наименований разнообразной продукции. То есть начиная от продукции свиноводства, заканчивая продукцией птицеводства, молоком, кефиром. То есть большой ассортимент, большое разнообразие. И я думаю, что даже самый привередливый покупатель что-то для себя найдет на прилавках наших магазинов. Хозяйство за эти годы достигло очень многого. Мы сами убедились в этом. Я думаю, наши телезрители тоже, те, кто пробовал продукцию «Дары от Зари», покупают ее. Но все же я думаю, что хозяйство не будет стоять на месте. Наверняка уже есть новые амбициозные у вас цели и планы. Вы знаете, как их достичь. Если можно, поделитесь с нами. Наш коллектив еще с тех времен, когда его возглавлял Владимир Андреевич Дворник,
И сегодня мы никогда не стоим на месте. То есть мы всегда стараемся что-то улучшать, расширять, увеличивать объемы производства, потому что это и на уровне республики не раз отмечено, что только крупные хозяйства могут добиваться хороших результатов. Поэтому мы постоянно ведем строительство, расширяем производство. Вот и на сегодняшний день в хозяйстве реализуется несколько проектов для того, чтобы быть хозяйством полностью независимым ни от кого. На сегодняшний день мы ведем строительство цеха по производству инкубационного яйца для того, чтобы быть независимым в плане получения суточных цыплят бройлеров. Я думаю, что уже ближе к Новому году будет посажено поголовье, которое в начале следующего года начнет давать инкубационное яйцо. И уже в 2020 году у нас будут свои цыплята. Это опять же будет независимость, это опять же будет ниже себестоимость производства, потому что сегодня мы покупаем дорогого цыпленка. Также на сегодняшний день в Нарлянском районе мы создаем условия для работы людям. Когда присоединили то отделение, у нас там не было мехдвора. Мы эти годы, вот третий год, как бы, ну, ютились где могли с своей сельскохозяйственной техникой. И сегодня уже процентов на 70 готова новая мехмастерская, что позволит, опять же, создать условия для людей, для ремонта, для отдыха. Ну, мы желаем вам тоже, чтобы все удалось, все получилось, и чтобы мы еще не раз услышали и сами рассказали о ваших успехах. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо.